Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэд, Максим, Гусуняк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная рубрика, которую все смотрят на моем канале и самая популярная, аниматроники Бугая от охранника, VR. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Здесь очень все круто сделано, кстати, уже аниматроники начинают оживать. Здесь вот электричество поломанное, можно кнопочки нажимать. Кстати, я здесь вижу камеру. Это очень классно сделано. А здесь можно что-то нажимать? Нет. Кстати, здесь, ребята, можно нажимать закрывать вентиляцию. Если будет сигнал, у нас здесь загорится сигнал, можно будет успеть закрыть вентиляцию. Вот, слышите? Вот. Я не знаю, я все подряд жму. Я все вентиляции закрываю. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ой. Ролики выходят каждый день. Что случилось? Он вентиляции. Он уже вентиля... А, бегите! Быстрей, быстрей, быстрей. Я его вижу, вот он лезет. Блин, быстрее, побежали! Так. Он мимо пробежал, он нас не увидел. Ребята, классно, что можно аниматроников обманывать. Есть, все. Давай, я тебя выпущу, давай. Он там. Сзади аниматроник! Я успею! Блин! Ну, опадались, да? Да. Ребята, начинается веселье. Люблю Гарри Смотвиар, это очень круто. Я успел. Все. Посмотрите, насколько он здоровый и гигантский. Это просто великан какой-то. И от него воняет. Вы слышите этот запах говна? Да. Аниматроник обосрался. Чтобы я тебя больше не видел. Вот он идет. Закрывайте. Быстрей. А! Я уже и боюсь их. Ребята, в VR они очень стрёмно выглядят. Он ушел. Отлично. Это просто классно все. Так, это Рокси? Вот она. А, нет, это Чика. Да я специально неправильно сказал проверять. Видишь, тоже знаешь. Так. А дверь потом можно будет закрыть? Вот она. Блин, какая она прикольная и страшная. Вы видите эту морду? Ого, что с ней? Она поломалась, что ли? Пацаны, вы зря дверь закрыли. Она сейчас откроется, и мы не сможем ее потом закрыть. У нее же есть какой-то тайминг. Она ушла. Наконец-то. Что это сейчас было? Я дернулся, ну нафиг. Я всрусь, так если жестко пугаться. Ой, ой. Закрывайте, закрывайте. Беги! А-а-а! Быстрее! Блин, опять убил. Ребята, сегодня жесткие аниматроники. Как вы любите. Мясище. Сегодня аниматроники нас не жалеют. Опять пришел. А ты не выйдешь, дверь закрыта. Не психуй, не психуй. Мочите его. Где мы? Мы его убили? Да, мы его убили. Наконец-то, ребята, пошла расплата. Мы тебя будем мочить, негодяй. Смотри внимательно. Там нету? Закрывай, закрывай дверь. А он шел? Блин, это очень классная пиццерия. Прям чувствуется, что здесь все поломано. Смотрите, как я еще могу. О, мы же можем сюда прятаться. Да. Калитка. Вот я сижу. Ой, дверь. Ой, он уже внутри. Я запрятался, это классно. Я могу прямо так заглядывать здесь. О, я могу руку высунуть и полноценно светить фонариком? О, это классно. Вот он, я его вижу. Вот он идет. Он ушел. Не, вот он. Вы его видите? Он ушел. Он ушел. Смотрите, как я могу дверь модно открыть. Профессионал. Давайте на всякий случай вентиляцию позакрываем. Отлично. Вентиляции закрыты. Ого, пришел великан! Нифига себе, тут что, со всех частей аниматроники? Ребята, напишите в комментариях, с какой части и как зовут этого аниматроника. Кто напишет правильно, вставлю в начале ролика в комментариях. Вот это он здоровенный, а зубы острющие. Ой. Ой. Я прям внутри в кишки к нему залез. Смотрите-ка. Ух ты, блин, я его боюсь. Так, если что, я успею двери закрыть, я на него свечу. Так.
Классно, что можно смотреть и при этом рукой вот так закрыть. Вот давайте проверим, если я так спиной стою и руку протянул. Да, можно так делать. Круто. Коробка. Шкатулка. Шкатулка? Так, марионетка едет. Внимательно смотрим. Сейчас дверь откроется. А я могу ее удержать? Держу. Я тоже уползаю на куртофанах. Давайте посмотрим на там. Вы ее видите? Нет. Ого, что за звук? Она вылезла. Так, может, она нас не убьет? Она? Давайте... Я хотел прям в шкатулку посмотреть. Она исчезает. Вот она. Она уже здесь? А! Давай лучше выйдем, на всякий случай. Так... Она выходит. Я возьму оружие, пацаны. Эй, ты что сделал? О, да, R2 шары. Я даю всем марионетки. Пацаны, не выходите. Я мясо устраиваю, жесточайше. Давайте рикошетиком сделаем. Во. Вот так шанс ее убить. Во, все правильно стреляю. Смотрите, шары летят в ту сторону. Пойдет, пойдет. Наказываем. Вы видите, что я здесь устроил? Вакханалию. А! Убили меня! Аниматроник вообще жестокий сегодня! Так, я запомнил, я буду мстить. А, лезет, закрывай, быстрее все! Внимательно смотрим. Блин, это очень страшно, очень. Бежит. Бежит? Фредди бежит. Закрывай! Блин, не успели. А этот Фредди ж убивает, да, насколько я знаю? Мочи его, мочи! Мочите его все! Ой, блин, своего убил, не хотел, извини! Так, пацаны, давайте сделаем обход по пиццерии. Тихонечко только, не спеша. Так. Пролазим. Я так это что-то видел. Так, там Фредди. Ай, блин! Не дал выйти, представляете, какой зараза? Так, ребята, получается, аниматроник не дает нам выходить с пиццерии. О, давайте сюда полезем. Все, я в вентиляции. Пацаны, никто не хочет со мной в вентиляцию пойти? Не ссыте? Потому что здесь реально очково. Давай, я иду. Камера стоит. О, аниматроник! Ё-моё, так сраться можно. Откуда он взялся здесь? Так, ты идешь? Пошли. О, он здесь. Назад, 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 он здесь. Ну нафиг, выходите, быстрей! Сюда пойдем? Пошли сюда. Он сзади. Мамочка моя. А, я боюсь. А. Вот это стрёмно вентиляции. Кстати, она очень грязная. И все ржавое. Так очень карта такая стрёмная. Пацаны, стоим все. Стреляйте. Быстрее, стреляйте по нему. Мочите. Мы должны его замочить. Вот очкошник, а? Боишься? Блин, то смотрите, все разрушено, все поломано. Прям плитка выдрана. Тут захваться надо. Можно, кстати, запрятаться. Так, сюда выйти нельзя. Опа! Я его слышу, пацаны. Ой-ой. Вы видели, где я пошел? Нет. А вот датчик красный, когда его цепляешь, срабатывает. Я по лестнице поднялся и в вентиляцию иду, пацаны. Так, давайте сюда. Смотрите. Сработало, слышали? Да. А, закрыта вентиляция. А вы можете открыть? А, жди. Да, давай. Подожди, что здесь было? А, тут аниматроник. Ну нафиг. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Нет. Ребята, это очень жестко. Вот это он меня напугал. Вентиляция. Где? А, я его вижу. Бегайте, беги, беги, скорей. Это можно сюда зайти? Во, сюда можно зайти. О, можно тут запрятаться. Так, я тоже могу туда, да, руку просунуть и посветить. Ребята, вы его видите, пацаны? Нет. Понял. Я возвращаюсь назад. А,
плавано. Нате вам! Хорошо, что я там не нахожусь. Меня бы тоже убило. Он в офисе. А я запрятался, кстати. Я реально ныкаюсь тут. А, вот он! Нет! Нет, пожалуйста! Не надо! Не надо! А вентиляция закрыта вся? Да. Закрывай двери. Вы слышите этот конченый ползет, звук? Ползет. Где он? Вот он. Монти поломанный. Боже, как он стрёмный. Уходи отсюда, паршивец. Уходи. Обиделся. Я предлагаю выбежать и замочить его. Как вы думаете, можно это сделать будет? АР-2 шарами можно будет. Я, извините, пацан, я не хотел. Я хочу его убить. А где он? Он же ж тут был. Я убил его? Я убил его. Молодец. Так, ребята, сегодня мы двоих аниматроников замочили. Подожди, мне показалось, там кто-то был. А, это твоя тень, ё-моё. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока-пока.